стеллаж вскрываем, это полусухой, который. Еще чуть-чуть. Ага. Принеси топор. Сейчас посмотрим, потому что он вообще все идеально сохранивший полностью, но возили, вот он прям весь зеленый, все трава, запах сенажа, нахуй. Но они якобы говорят, что он дальше прелый. Слоями и прелый, ну. Да, тоже есть. В середину вилами протыкает и начинает воздух остается, и он начинает там преть, ну. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас. Ну, бывает. Все по-разному бывает. Посмотрим. На, снимай. А что, моего топора нет, который я делал? А? Эти, что вот отсюда, так, проруби сетку. Руби, да. Давай, давай, еще. Во, еще, еще, край, крайний прорубил. Так, вскрываем. О, бля, примерно. Зеленый, ебаный. Ты не ори, вон, видишь, что они говорят. Давай еще. Рубани еще. Ага. Чуть ко мне сюда еще. Ага. Все. Давай дальше вскрывай. Ну чего тут? Нормально или что? Ты видишь что-нибудь, Серег, не? Не, ну бывает не цельно. Но это вообще не критично, нет. Правильно? Остальное это вообще все в идеале. Нет? Да. Весь хороший. Чуть-чуть где-то попадает, так они все равно его не весь будут сжирать. Ну-ка, Миш, снеси. Не открывай его, не надо. Его еще продадим, может. Да. Так, ну я не знаю, передает телефон, фотоаппарат. Ну вот, это просто как косили, так оно все и осталось. И по цвету, и по фигету, и по всему. Ну-ка, теперь ты будешь звездой нашего канала. Игорь, давай. Не допил вчера, да? Да. Так. Попадаются такие очаги вот. Чуть как поплесневшие. Ну, не знаю. Допустим, с этой стороны. Что не критично. Так что вот такой вот стеллаж, как он получился. Так. Это готовили в сентябре, 26-го, 28-го, наверное, до октября даже готовили его. Готовили его до с Оттавы. И сейчас повезем его на продажу. Давай его зачехлим обратно маленько, на, и грузить его. Да, оставить его
Оставить? Конечно. Он бы куда, бля, он жрет его нахуй. Полный рот набил, бля. Ну, туда тогда закинете, да? Там все равно чуть-чуть осталось. Мы его и следующим рейсом. Так, он встал, блин. Еще лучше. Мне надо до матери доехать. Так, ну ладно, все, показал. Наверное, следующий покажу, будем вскрывать, как чего. Вскроем, посмотрим, самый первый. Ну давай этот теперь вскроем. Это вообще готовили в июне, наверное, 10-х числах. С первой травы, то есть которая была там как отава, первое, что пошла. И, ну, он может быть плесневый, потому что он ремонтный, да? Ну, вот с этой стороны открой, с торца и посмотрим. Он домой снес его. Ну, открывай. Что, открыть не можешь? Сильнее ты нажимай на него. Да, у тебя нож так хорошо режет. Этот вообще не забительный. Да ты не каркай. Все, ничего не открыл нам. Вот это вот готовили сырой, то есть он должен быть не низко, не режь, вверх сам. Это готовили сырой, вот он очень тяжелый, так вот промялся, лежал. Да прорежь-то еще чуть-чуть, до середины, чтобы увидеть сердцевину. Но сердцевина вся хорошая, вот он запах, блядь, кисловатого такого, фруктового кислого. Тот просто как фруктовый пахнет, этот кисловато... Такой фруктовый. Ну вот я очаги маленько вижу сверху. Так вот, прорежь. Так, ага. Да, блядь, сильно ты. Сверху немного есть вот такая. Но это даже не грибок, это как плесень. От дырок. А так вот он весь. Ну вот, то есть все нормально, да? Эти два и закидывать. Сейчас зашьем. А там этот. Все у вас или еще есть? Где? Ну, сенаж-то, у быков. Есть. На сегодня хватит или что? Сегодня, да. Просто что его снегом сейчас за хер. Мы его сейчас тут кормим, и этот сразу поставим. Завтра. Там на один завтра. Раз. На обед, да? Спрашиваю, целый день? Да, целый день. На обед только.